забирать Кирилла. Что ж, доброго времени суток, дорогие друзья. С вами снова Dota 2 Рухаб. Сегодня мы будем наблюдать за BTS Series. Смотреть мы будем за Broodmothers против Polarity Dota. Матч Best of 3 на вылет, так как там сингл и других вариантов нет. Комментировать для вас будут GodHunt и Vilad. Виталий к нам присоединится прямо сейчас. Я не смог вытянуть, Виталий не присоединился. Ладно, стадия драфта. Your Spirit first пиком для Broodmothers. А вот и он. Здравствуйте, дорогой костер. Костер, здравствуйте. Здравствуйте, костер. С вами на связи я, костер. Как костер. Наши дела великолепны. На улице замечательная погода. А я закрыл дверь, чтобы не видеть. Ну, я открыл окно, потому что у меня нет кондиционера, и если я закрою окно, я умру. А мне надо дожить еще немного хотя бы. Ну что, мы сегодня смотрим интересную доту. Она у нас, конечно, не самая интересная, которая происходит. Короче, сегодня с нами будут сидеть здесь только те, которые совсем ценители иерарочки поставили, потому что параллельно у нас будет Na'Vi Virtus.pro и Vega Spirit на канале ESL Ruhab Dota 2.ru. А, так что, что будет здесь? Здесь будет Polarity против Broodmothers, да? Да. А потом будет, ну, не совсем интересный для нашего комьюнити, широкого комьюнити матч между Prodota и Alternate, так что тут будет поскучнее, скажем так. Ну, ладно, не поскучнее, а не менее раскручено, чем на параллельном стриме, но все же настоящие, истинные ценители Доты должны оставаться с нами. Да. Ну, вот вообще, да. Наши зрители, которые пришли сюда послушать именно нас, не посмотреть какую-то Доту, а вот просто послушать любимых комментаторов. Если есть эти два человека здесь, поднимите руки. Мы должны вас видеть. Polarity Dota 2. Висп first пиком. Решили ничего не скрывать, а сразу же показать, что будут комбинировать. Что будут комбинировать? Тини, Хаус Найт. Обычно. Или есть другие предположения? Нет, я думаю, что они могут играть и Тини. Ой, и Висп Пак, и Висп Урса, и Висп, что угодно, короче. Уже Polarity играли не один раз. А, действительно, вот Виспа они добирают, а вот под Виспа уже прям все что угодно можно выбирать, так что... Вич Доктор. Уже хороший герой для приема Виспа с кем-либо на релокейте, если еще... А, уже Дизрапторы не доберут, Your Spirit есть. Ну, наверное, между Дизрапторами и Вич Доктором все-таки Вич Доктор побоеспособнее, скажем так. Осталось 10 секунд. Баунти Хантеры не часто таких напрягающих героев выбирают. Минус Хаус Найт. Не хотят видеть коняку. Ну, это логично. Меня интересует, забанят ли Broodmothers сейчас Урсу. Вообще, Broodmothers, кстати, неплохая такая команда. Это вторые греческие боги. Я уже про них когда-то в эфире рассказывал. Триалакса мы еще помним. Он играл когда-то за бывших London Conspiracy с нынешними парнями, которые сейчас в Атфинем играют. А вот другие, вот S224J тоже играл, за них и Кайзер играл. То есть вот довольно известные парни, то есть где тогда они были, на лан-финалах StarLadder в Бухаресте были вот эти втроем три игрока. Так что, ну, не новые люди на дота-сцене, но пока, понятное дело, результатов нету и похуже явно, чем у Атфинем идут дела. Ну, посмотрим, как получится. Ты видишь, что у них есть Илл, а у нас есть Лил. Да, есть Лил и Илл. Прикольно. Бэтрайдер отправляется в бан. Слушай, ну у Виспа все меньше вариантов. Мне не нравится Висп Урса. Урса хороший герой, но ему очень трудно заходить на хайграунд, в отличие от Тини. Тини с легкостью заламывается на вражеский хайграунд и объясняет теперь, чей это хайграунд. А Урса так не может. Мы с тобой смотрели как-то игру, когда Урса сделала 15 киллов, а дальше ничего делать не могла. Осталось 5 секунд. Ну что, дополнительное время. Минута 10. Четвертый бан. Бисмастер Висп.
Здесь уже очень агрессивно смотрится все под релокей. То есть Бисмастер на любом лейне выходит, кричит, да. И к нему прилетают, добивают. Мне больше интересно, чем будет играть Брудмазер, потому что приблизительный пул героев в Полярите мы уже более-менее знаем. Как они будут играть, тоже знаем. Вот интересно, чем будут греки отвечать. Потому что, опять-таки, если по Брудмазер с информацией толком-то не нарыть, да, они играли игру в первом этом. В первом раунде они играли против Кайпи и выиграли ее со счетом 2-0. Там у них Инвокер, Вич Доктор в каждой игре был. И Нигма. Инвокер, Вич Доктор и Нигма. Вот таких три героя были. Был еще Войд в одной, во второй Дарксир. И был Сларк в одной и Клинкс во второй. То есть, в принципе, три основных героя, их мы понимаем. Но вот мы видим, Инвокера нету. И Войда тоже уже Войда нет. Тоже остается Вич Доктор. Да. Могут, конечно, взять и Нигму. А куда? Каков лейн? Уже никуда. Уже никуда, да. Не пойдет так. Не, ну всегда можно взять, конечно, ноуфлейн, забить ноуфлейн и просто пойти фармить. Но Свен быстро разбирается с вышкой, я считаю. Уже обозначился герой, который будет играть с виспом. Хотя еще не факт. Свен может спокойно пойти с даблой, с какой-то вингой и висп тини. А, висп тини уже не может быть, тини забанили, извиняюсь. Тини уже здесь не появится. Ну, тяжеловато здесь будет Брутмазерс. Вот Зевс появляется, им нужен магический рассказ какой-то, потому что Дваркраем пробить очень трудно будет под бафом Свена. Появляется Зевс. Ну, Зевс в последнее мне время закрепился. А вообще нет, да, с Вейлом Дискордом. Ну, черт его знает. Мне кажется, что тут такая ситуация может быть, что ну просто забегают Зевса. Да, и с виспом в мид постоянно будет, вис будет подтягиваться и как бы подрегенивать того, кто будет стоять против Зевса. И потом в глобальном плане прыгают тебе на голову и до свидания со Свеном. Два удара, и ты умер как бы. То есть тут вот не знаю я. Но хотя да, Зевс хороший мидер, тут бесспорно. Что получится, посмотрим. Может, какого-то Вайпера взять? Дополнительное время. Полярить Нет, Вайпера мне больше нравится туда, хотя тоже не ясно. Против Зевса неплохо стоит со стиками. От гангов защищен. Меку соберет, виспа освободит от меки. Ну, Вайпер появляется. Боже, эти комментаторы, они просто овнят аналитиков в салате. Надеюсь, никто из аналитиков это не слышал. Сейчас начнется опять. Фурион появляется четвертым пиком. Во-во-во, уже комбинушка есть. Улетев с ульт Фуриона. Сейчас еще спектрой все это дело закончить. Кстати, могут. Но я бы на месте Полярити забанил спектру. Так и есть, минус спектра. Ничего удивительного в этом нет. А что еще сюда хорошо заходит? С хорошим ультимейтом каким-то. Ладно, не обязательно брать какой-то АУЕ ультимейт. Мне нравится Сларк здесь. Из контроля пока два стана, вот Рор, он страшный для слышного меда, как с улицы там. Да, это у тебя где кто-то под домом гуляет, да? Ну не нормально, мог бы сказать, что это моя домашняя завел, назвал, не знаю, Алоха там. Алоха? Так это должен быть этот, Кокер Спаниель тогда, с огромными ушами такими, которые по полу ползают. Тогда ладно, может быть заведу когда-то. Минус Леон, убирают саппорты. Слушай, она очень голосистая, эта собака, потому что я закрыл окно, и она все равно пробивает. А пусть сявкает, что, это добавляет антуража, трансляции. Нет, если бы у нас ликантроп был, то было бы норм. Ну да, так что-то непонятно. Хотя, а Цемки тоже нет с собакой, твою дивизию. Ну возьми Цемку тогда у вас с саппортом, и все будет нормально. Не возьму Цемку, я думаю. Не, вряд ли, конечно, сейчас нужен ждем последний. Боевой какой-то саппорт. Я говорю, какая-то винга, наверное, хорошо здесь смотрится. Ну, давай подумаем, герой для Лила. Лил, чем? Сейчас Дума возьмет, увидишь. Ну, Дум это слишком жадно. Нужен герой, который будет Свена охранять. А Лилу пофиг, это будет Дум. Он вообще Лил на пике, поэтому он себе может чего угодно взять. Ну что, давайте. 20 секунд. Давай. Ну давай. Дум. Энигма. Ого, ну, все равно жадно. Да ладно, жадно, это же Лил. Он что, жадничать будет, что ли? Не, ну просто... Black Hole здесь чем сбивать? Верхняя Зевса, каски. После появления Блэкинг Бара вообще нечем. Это с этим надо что-то делать. А какой керри у нас может после появления Блэкинг Бара что-то сделать? Дум? Как керри может всегда заткнуть Энигму. Но это слишком рисково. Спектру у них забрали.
Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Давай, давай. Я не угадаю, я не знаю. Ну, давай, Сларк, ну, Витя, ты можешь. Сларк, нет, не будет Сларка. Сларк. Или Клинц. Боник. Боник, да, Клинц. Вот Сларк или Боник. Боник, все, Боник Лёцкий, подожди. Давай. Не, Герокоптер плохо. Боник или Сларк, да. Ставки сделаны, ставок больше нет. Осталось 5 секунд. Вот какой Герокоптер? Ну, Warcry же, ну, куча дефа просто. Enigma с мехой. Худший. Хороший герой Генокоп, что ты нормальный нет. герой. Но Висп залетает, он хорошо, колдаун. Хорошо, под Вейл. Под Вейл, может быть, неплохо смотрится колдауном в голову вот, там и так вот, далее. Вот, может вот, быть, смотри. Но сам по себе Свен просто нажимает одну кнопку, и Герокоптер, если у него нет там нормальных слотов, он ужасно пробивает. Если он соберет еще какую-то сию себе на разгон, ему здесь невероятно трудно будет пробить Вайпера, Свена, Бестмастера. Здесь из тонких только Висп. Остальные все жердяи, дай боже. Ну что, ждем, пока начнется игра. Мне же кажется, что более-менее. Да, пока мы ждем, пока начнется игра, я быстренько включу себя в Dota 2 TV. А тебя не было слышно, потому что ты катал пабы и горел? Я не горел сегодня. Я спокойно воспринимал все невзгоды, которые мне приготовила Dota. Их было много, да? Если будет пауза, я тебе расскажу. Просто. Хорошо. Возможно, раз... сегодня в Киеве так жарко, только из-за меня. Ладно. Может быть, может быть. Ладно, Брутмазерс, начнем с них. На Air Spirit уже вкатился и заблочил Ancient'ов товарища Realax. На кэрри Герокоптере играет Фокус. На оффлейн Фуриоре будет играть товарищ с никнеймом S224J. Возможно, это как-то по-другому читается. Читается, но пока будет. S224J? S224G. Не, ну его так не буду его называть. Не, ну короче, как-то. 224-й будем его называть. А, на Вич-Докторе играет Ил, и на Зевсе в миде будет стоять у нас Кайзер. Да, ну и те, которые под Кларити, Полярити. Лил будет играть на Энигме, Афонин же Вайпер, Женя Висп, Фобос будет исполнять на Бестмастере, и Паша Свен. Ну, один из любимых героев Женя. Очень много на нем наиграл он. Там говорили статисты, и на Dota Buff также есть, потому что очень любит он виспа. Ну, это хорошо, когда есть человек, который умеет гонять на виспе. Ну, действительно, намного, намного расширяет твой пул, скажем так. Ну, вообще, да, когда у тебя есть хороший висп, который спасает, сейвит нормально, это очень важно. Баунти руна достается Зевсу, на ботом ее забирает Вайпер. Кстати, с Фрайсбэдом пошел, не стал покупать сразу стики. Успеть, значит, донести с курьером. Релакс. Нашел обсервер. Ломает его. Пауза. Да, пришлось потратить ему 2 сантрика. Ну, ничего страшного. Главное, что нашел. Ну, пауза что-то ненадолго какая-то была. Будем надеяться, что сейчас уже продолжите. Да, Релакс тут свою работу делает. Все окей. Вижен в вот этом прилиске обеспечен команде Брудмазерс. Отлично. Стакаться ничего не будет. Если вдруг и думали на первых левелах делать вот здесь стаки. Хотя что-нибудь будет. Все будет. Извините, он же не заблочил спаун. Я почему-то подумал, что он изначально поставил вард, чтобы заблочить спаун. А он просто поставил вард для Вижена. Прошу прощения. Все хорошо. Мы тебя прощаем. Я действительно прошу прощения. Все, больше это не повторится. Вру. Повторится, конечно же. Да, Паша в легкой. Женя будет ему помогать. Ну, Паша, Женя, действительно, это дабла начинает срабатывать все лучше и лучше. Фобоса. Очень сильно хотят Фобоса, но его не взять. Ну, да. Ай, спалился. Релакс. Получил 2000 от вышки. Фобос прекрасно знает, что его окружили. Мидер сейчас понимает, что может выдохнуть спокойно. Хотя Афонин же не так все хорошо. Не так легко действительно Фобоса взять. Вот мы видим, что хочет он здесь пофармить, но тут стоит заблоченный центриком спаун, и некуда ему идти. Нужно где-то куковать, где-то нужно получать экспириенс, где-то нужно получать деньги до момента, когда появится у него Iron Talon. Без Iron Talon не весело, не круто, поэтому надо Фобосу здесь как-то пытаться выживать. Но второй левел получил, это важно. И вот сейчас уже на втором левеле, понятное дело, будет иметь хотя бы топоры, хоть что-то там можно будет зафармить.
Да, ну и как чувствует себя? Так, я думал, станчик сейчас будет от Паши, но Паша не стал метать Фуриона стан. Ну, понимает, что в соло он разобраться не может. Поэтому Фурион там наглеет. Уже второй уровень есть, 5 на 3. Все хорошо, кстати, по ластхитам у Фуриона. Далеко от Зевса. Ну и как дела у Вайпера? Вайпер почти четвертого. 9 на 3. Обходит уже Зевса, при том, что нет пока у него стиков, он особо быковать не может. Раскачку выбрал среднюю. Все по единичке. Сейчас четвертый уровень, посмотрим, пойдет в коррозию в скин. Нет, пусть же на так. Собирается подгнабливать здесь кейсера. Выйдет это или нет, увидим. Смотри, Реалакса разминают. Реалакс пытается забить кабана. Забил кабана, получает второй уровень. Но он укатится отсюда, если что. Вайпер не пошел помогать Фобусу. Кушал Фобуса скоро. Кабан... Нет, не смог дорогу перегородить. Пенечки. Ну, с плышом трудновато Фуриону, конечно. Постоянно контролить пеньков. Кого может загангать Фурион? Давай посмотрим. Прилетает в мид. Тангусы кончились у Вайпера. Прогрызать больше нечем. Хорошо, но Вайпер трудно уязвимый таргет. Ну, у Вайпера сейчас на пятом левеле, если он вкачает. Хотя, кстати, против Зевса он может и не качать. Вот сейчас можно залетать. Ну, и вот Фурион залетает. Афоня должен разменяться как минимум. Реалакса забирает он на ФБ. Ну вот, если бы еще 2000 успел отдать по Кайзеру, то это был бы шикарный размен. А так мы видим один в один. Ну, может быть, даже не самый кайфовый получился он размен. Он без стиков стоял. Он уже купил все стики, но не принес их еще себе. Если бы на самом деле принес, я думаю, он бы здесь даблкил как минимум делал. Ил закидывает на Фобоса, начинают разминать через флэг, барейдж есть, зря Фобос отошел от крипов, хотя много забирает на себя катапульта, Фобос очень много намансил, поэтому за Маледикт практически дэмэджи не нанесли, пошли кабанчики, продолжает работать барага, но Фобос все равно погибнет. Да, тут ничего не сделал бы никак Сани, если бы, может быть, убегал сюда, но, понятное дело, если бы он убегал туда, то по нему полностью бы залетел бы бэрэш, и дэмэджа бы слишком много его, еще до второго бэрэша внеслось бы. Ну, умер, ничего страшного, фокус заработал, кстати, не, фраг заработал на Свич Доктор, так что это опять-таки хорошо. Ну вот, баланс фида должен быть соблюден. Хотя фида пока у Брудмазерс не было, так что вот сейчас будет проблема. Там Женю разминают. Фобос, и еще одна смерть Фобоса, опять он убегает, черт пойми куда, и опять, собственно, погибает Фобос. Ну вот это уже слишком. Там еще минус Женя сейчас может быть, на самом деле, еще тычки буквально не хватает. Свен, пошел станчик, релакс видит, отлично. В итоге уходит на тизере. Отбивается флаской, будет фловый, прилетел сюда Фурион, Вижен дает, Лил там зажат в лесу, ну и сделать здесь ничего не получится. Не, ну почему, если бы они погнались сейчас за Фурионом, скорее всего, они бы его где-то подрезали, да? Очень долго, он на фейзах, его может, уже очень так трудно догнать. Так, на Афоню, в миде опять напал Зевс, Афоня немножечко подошел к тавру, вкатывается в него опять в миде три героя, Афоня есть уже ультимейт, думает, кого бы ультануть, ультует в Зевса, и еще две плюшки надо дать, да, Зевс здесь погибает, и... Вайпер погибает в ответочку. Но, как мы видим, Вайпер сделал фраг первым, и это хорошо. Да, очень много внимания сконцентрировано в миде. Постоянно пытаются принизить здесь Афонинджа, хоть как-то остановить его фарм. 23 на 1, Зевс 15 на 1, при том, что Афонинджа уже два раза сидел в таверне. Ну, сейчас, правда, тоже Зевса отправили, поэтому набрать него не получится. Опять разминают Фобуса. Фобус уже со стиками, талоном и не пахнет. И только второй уровень. У Сашки дела очень-очень плохи. Сейчас быстренько сделаю. Все. Что ты там делаешь? Да решил поломать что-нибудь, скучно. Да? Ну ладно, ломай. Действительно, потому что если в игре за 5 минут всего-навсего 7 фрагов, надо срочно что-нибудь поломать и так далее. Ну, да вот я чуть-чуть. Чуть-чуть, я понял. Скучная дота, мы действительно за ней соскучились, за скучной дотой. Я вон попал на Азию. Не комментировали Team Empire, не надо. Не, в субботу я вон попал на Азию. И как? 101 минута у меня игра. С почином. У меня было у одной команды 14 доминаторов, чтобы ты понимал. Ты у одной команды 14? Да, у одной команды было 14 доминаторов. У Яматеха было 6 лично. А зачем? Они переманивали мега-крипов. И продолжалось это на протяжении 40 минут. Я понял, что я вообще не извращенец в этой жизни. Вообще никак. Чтобы ты понимал, они 40 минут дефили мега-крипов, из которых 20 они их просто переманивали. И в итоге, когда у них собралось где-то 30 или 35 мега-крипов, такая здоровенная банда, которая в итоге у них охраняла трон,
То есть другие мега-крипы шли, дрались с этими и умирали, а эти шли на фонтан, регенились и опять возвращались в Дефитрон. Это было очень веселое зрелище, очень рекомендую всем пересмотреть. Видео на Ютубе появилось вот буквально только сегодня, потому что там были кое-какие технические проблемы с Твичом, там даже в 3 минутах ввода нет звука, но это не важно, потому что там, в принципе, звук не нужен. Мы там со Смайлом просто прозревали с происходящего, это было действительно очень весело для кого-то, если смотреть скорости X4. Вот, кстати, а потом они взяли всех этих крипов, обвели, и как в StarCraft зерги просто пошли по миду в атаку вместе со всеми крипами. Нет, к сожалению, не вышло. Они почти все там сделали. Они в ответку сделали мега-крипов, но чуть не получилось. Паша, скорее всего... Ну, 100% не скорее всего. Он ничего сделать не успеет. Здесь все-таки 4 персонажа на него напали, если что, через кулдаун. И они сейчас переходят в пуш. Интересный Вич-доктор, который вообще не трогает Voodoo Restoration. Второй Maledict. Все сделано на убийство какого-то одного таргета. Ну, возможно, это правильно. Дальше будет воевать, ты знаешь. Ну, и с Voodoo Restoration можно воевать. Просто тут сделали так, что даже если таргет вдруг убежал, тут вкатились на Женю, будет либо рейдж, если либо рейдж, ну, извини. Женя тоже отваливается в таверну. Да, пытаются тут сплит-пушить как-то мид, но Фонин же слабый пушер по сравнению с Герокоптером и Фурионом. Фуриончик уже почти с барабанами сейчас будет. Все в свинвизе. Ждет следующую руну. Что ему в этот раз дадут? Ну вот пока не получается у Полярити в ответку гангать, хотя есть у них вроде как Энигмы, уже с Блэкхоллом, как целый левел. Можно, в принципе, выйти и где-то его кастануть хотя бы в одного, чтобы сделать фраг. Пока этого не происходит. Герокоптер на топе наглеет. Может быть, он станет жертвой. Может быть. Ну, вообще, мне пока нравится, как действует Брудмастерс, хотя, в принципе, вот со всех их действий толку не особо много, так как на линиях они нереально проседают. Ты посмотри просто на крипстат Вайпера с Зевсом. Сравни 44 на 15 против 26-1. Да, и если Герокоптер держится на уровне, то тот же Фурион проседает. Если бы не те две смерти Фобосов сложно в самом начале, то я думаю, сейчас были бы бешеные неприятности у команды Брудмазерса. Так они хотя бы за счет фрагов еще как-то держатся более-менее на одном уровне с Полярити. Но в глобальном плане даже потеря вот этого Тавара и фраги на Паше, они в принципе... На фоне проигрыша линии, значит, довольно мало. Ну, вообще, да. Толстоватый Полярити, поэтому сейчас с каждой минуткой Брудмазер все труднее и труднее будет убивать таргеты. Висп, вот этот 6 уровня релокейт уже есть. Свен с доминатором сейчас начинает все стакать. В скором времени он наберет очень много. Должны это прекрасно понимать. Поэтому должны пользоваться своим мобильным фурионом вот этим. Как-то должны, Полярити тем временем, мы видим, тут два героя фармят трипл стак крипов. Буквально через стенку от них стоит 4 трипл стак крипов. То есть, и это постоянно будет происходить, как бы. Полярити с Веном играть умеют, с Виспом тем более. И если никак греки не будут им отвечать, то, скорее всего, просто-напросто закончится все тем, что Паша придет и всех порубит на шаурму. Скорее всего, так и будет. Поэтому, я думаю, кстати, они даже знают об этом. Ну, играли наверняка против Свена и не один раз. Знают, как он работает, поэтому должны в какой-то момент начать огрызаться, причем очень сильно. Ходить фармить сейчас, ну, единственное, что можно дождаться Вейла от Зевса. Вот он очень сильно поможет в масс-файтах. Под колдаун вот этот. Ну и пошел смоук, смотри, реагирует как-то. Пытаются сейчас что-то навязать. Фуриончик с ультимейтом есть, пытается дефармить все барабаны. Они сейчас будут после этой пачки крипов. И пенечки спалили Женю. На Женю никто не прыгает. Спалил Герокоптер стаки. Знает то, что у Свена там что-то готовится. Лил. А точнее это Ил. Я буду называть его Вич-доктор. Ил называй. Так чудеснее будет. Ну называй. Фокус. Колдаун на Фобоса. Кстати, хорошо, что Фобос ультанул, потому что тут проблемы Фокуса будет. Фобос очень долго прожил, внезапно. Ну и ты знаешь, что минус Фокус будет точно, а вот у Фуриона тут тоже огромные неприятности. И, да, походу, его тоже убьют Зевс, минус Женя. Хорошо. Ну а самому не подставляться надо под плевок, потому что если Вайпер зацепит, это, скорее всего, фраг. Ну 2-2. Тут в спину выходит, тут еще в спину выходит, посмотри, Вич-доктор вместе с Сэр Спиритом не пошли. А нельзя, постеснялись. Есть же Black Hole, ну баны пока нет, но Soul Ring есть, стики есть. Ни в коем случае нельзя лететь вот так вот издалека. Сбивать-то БХ, если Зевс в него попадает, нечем, поэтому лучше как-то вот
Хотя нет, есть. Каски есть, почему? Есть, есть, да. Можно. И булыжник издалека булыжник. Есть. Все, пока БКБ нет, там на самом деле очень трудно было кастануть. С появлением Blacking Bar намного проще, конечно, снять. Секундочку пишет. Реалакс. В итоге размен 2 в 2. Преимущество Polarity совсем небольшое. 750 по золоту, по XP они выигрывают чуть больше, около 3000. Это за счет Enigma, понятное дело, что она там уже 9 уровня. Так же, как и Свен. Зевс тоже 9 уровня. Ну и что мы увидим дальше? Барабаны, кстати, не успел себе принести. Фрионта могли затыкать Виспа, и намного ярче был бы размен для Брудмазерс, если бы не успел дать Вайпер Меку. Потому что вот через эту Меку он Виспу отхилил очень-очень много. Ну, ждем-ждем, пока починят свои проблемы или что там в очередной раз. Меня бесит, когда пишут сек. Сек прошла. Сразу типа, отжимаешь. Ну, напиши там... 2 минуты. 2 minutes, да, чтобы мы понимали. Что сек, я пойду дверь закрою или, не знаю, пиццу встречу или еще что-то сделаю. Не обязательно отходить и нажимать паузу, когда ты пиццу забираешь. Тем более ты на Your Spirit играешь. Ну, фонтан отправил и все. Да, поехали, поехали смотреть дальше, что на топе стягиваются опять-таки игроки Брудмазерс, будут пытаться, может, не, ничего не будет пытаться, а Афоня уже отсюда улетает, так что его не цепануть. Ну и, в принципе, драка в маленький, но плюс для Polarity за счет того, что забрали, конечно, гирокоптера, не потеряли своих кор-героев, потеряли в очередной раз Фобоса. Ну, Фобоса, несмотря на 3 смерти, вот мы видим, скоро появится уже первый некрам. Что, в принципе, для Бестмастера неплохо. Ну, даже хорошо, я бы сказал, он сможет соло-фраги делать какие-то, найдет Вич-Доктора там, или Спирита, или Фуриона, практически любого из них. Ой, Фобос видел булыжник, который мимо лица пролетел. Фобос сейчас в миде получает деньги экспу, лил в лесах, лил 1500 голды, лил вот такая вот, кажи, жадная Энигма, но не особо. То есть он там выбегал и на линии, то есть не просто в лесу стоит, но 109 левел у него, все хорошо в этом плане. Снизу фармит Паша уже, ух ты, Паша, какой интересный делает выбор, у Паши будет армлет. Нет. Да, почему нет, на самом деле? Хороший выбор. Шикарный. Если чувствует, что может справиться с этим армлетом и нарубать за короткое время, если доверяет виспу, который за спиной, я думаю, Женя умеет на виспе, поэтому проблем не должно быть с этим, и висп. Спокойный термлет выхилит. Что будет собирать гирокоптер? Пока доминатор Аквила, и у него поясок появляется. А на что это поясок? Он с Синджа начинает? Ну, не самый лучший айтем, конечно, на разгон, но при том, что тебе надо пережить раскаст минимальный, наверное, правильно. Ну, какой-то экшен мы увидим сейчас. Вот Брудмазерс. От них должен быть экшен. Что у Свенд все хорошо. Свенд фармит. Свенд уже готов. Армлет. Сейчас пойдет забирать свои стаки. Птичка. Не знаю, зачем здесь висит. Ну, наверное, для подхода, чтобы видеть, кто подходит к стакам. Вот пошел Паша. Нажимает ГДС. Ну и тут рядом. А толку? А куда они пойдут? Ну, если вкатится, умрет, хотя посмотрим, кстати, его и так могут поймать. Реалакс понимает, что за ним погоня, отбрасывается булыжником, но не так действительно легко его взять. Лил тем временем заходит в спину Фуриону. Фурион, Лил, так будет ли стан, вот он стан. И уже летят сюда, второй раз работает, залетает еще один стан. Ну-ка, подсек ТП, пошли касочки. А вот теперь Лилу надо ждать нужного момента, Дезвард, Дезвард потрачен. Паша, это минус, забрали Женю, ну и ты знаешь, Пашу, скорее всего, тоже заберут, если не будет какой-то бешеной ответочки от Polarity, а ее не будет. Его забирают 100%, у него ГДСа нет, виспа у него убили, он никак здесь не ворвется в файт нормально. Да, ну вот зачем было идти за Т1, когда увидели такое количество сейф ТП, то есть, ну, видно, что противник уже становится... 4 ТП развернитесь, да и все. Да, гораздо больше, ну да, релокейт не получился, вы только сейчас забрали стаки, у вас, в принципе, все должно быть хорошо. Ну, Геральт, то, что кстати, потеряли сейчас Пашу, да, это очень, конечно, плохо. 2-2-2 у него стата, и придется сейчас сидеть 20 секунд в таверне, ждать. Ну, а на топе тем временем пытается спрессовать у нас вышку. Афонин такой себе вайпер-пуширователь, скажем честно, но... Старается хотя бы внимание на себя притягивать. Приходит сюда Фурион, пеньками будет забирать крипов. Да, передумал гирокоптер в одночасье. Сразу начинает собирать Яшу, не стал собирать Сэндж. Так, что у Лилы? У Лилы даггер.
не стал идти в Blacking Bar, не стал играть в Enigma, который просто расправляет плечи и идет файт пешком, решил сыграть в Enigma, который запрыгивает. Но тяжеловато здесь, все равно будет кастануть Black Hole. Мы уже говорили о том, что практически каждый персонаж сбивает. А сейчас еще и Фурион Ворчит пойдет. Ну, Фурион идет в Globus of Hast. Это либо Мидас, либо Мейлшторм. Ну, мне что-то кажется, что это будет Мейлшторм. Ни к чему тут Мидас уже после барабанов и фейзов. Хотя, если думать, что игра сильно затянется, можно собрать и Мидас. Ну, со Свеном просто это... такие себе игрушки. Свен заберет пару-тройку стаков и может спокойно идти к тебе на хайграунд. Ну что, ждем опять в очередной раз. А все, мы уже продолжаем, да. Вернулся Лил, куда-то отлетал там. Какие-то технические проблемы были. И там, судя по всему, смоук сейчас будет. Да, пошел смоук. ГДС есть второго уровня. А Лил с Блэкхолом. Хотят зайти на Рошан и, скорее всего, по шустрику его забрать. Ну, даже и получится, если им никто не помешает. Ага, стаки. У Паши сейчас слюни пошли по-любому. Он такой смотрит на это. Пошел КДС. Раз, два. Бедный гирокоптер. Пошел булыжник. Афонин же слишком мало мана у Вичдоктора. Он не стал ввязываться в файт, потому что не хватит на дезвард и на каски. Вот каски кинул. Сбил птицу. Башню сил света на верхней... Тавр в миде, тем временем забрали полярити. Ну и что дальше будут предпринимать? Складывается впечатление, что вот они прям очень хотят подраться, но не знают где. Потому что то тут собрались, то там собрались, то с низкой так. Потому что Брудмазерс, ну вот идет 16-я минута игры, и по сути каких-то выходов, а так вот я что-то не припомню. Да, в миде пытались там первых два раза на вайпера залетать, разменяли его с зевцом оба раза, и все. После этого... пассивно, очень пассивно играют греки, но я думаю, что сейчас пришла пора играть активнее. Все-таки у вас есть чем врываться. Ну, вот на топе сейчас будет падать тауэр. Чем будет заниматься Брудмазерс в этот момент? Что, будут просто фармить в это время. Ну, у гирокоптера отняли стаки, он сейчас очень не рад. Конечно, второе место по нетворсу и всего лишь на тыщенку отстает от Свена. Это маленький разрыв, скажем так. Фрём пытается сплитпушить, ему очень хочется 11-й, до которого 200 опыта, и он сейчас получит их на ботом-лейне. Появится второй ультимейт, а после этого, глядишь, подраться можно. Возможно, сейчас мы увидим стычку. Булыжник. Фокус. Будет ли блэкхол от Лила? Есть блэкхол, тут же получает сайленс, моментально сбивает, но в это время Вичдоктор это уже забрили. Фокус через сплэш получает просто тонну дэмэджа, срабатывает чем Лифейс. Минус гирокоптер. И стычки здесь больше не будет. Неплохо. Для полярити, конечно же. Что у ВМов драка не задалась. Зевс решил не собирать Вейла, купил себе даггер. А вот это вот очень ошибка, зря. Ошибка, мне кажется. Вот это вот нереально 959 зря. 959 хп, дружище, это очень мало. Можно попасть просто от какой-то мимолетный рор и две тычки от свина. На этом все закончится. Ну, полярити выходят в атаку. Да, будут забирать сейчас Т1 на ботами. Свен 2300, и это будет, скорее всего, Blacking Bar следующим айтемом. Падает тавр очень быстро. Собирается подраться. Булыжник мимо. Да, ну, пока переигрывают. Уже видим преимущество порядка 7,5. По золоту, по XP 6. Свен 3000 уже обходит. Это будет только расти сейчас. Что фармит быстрее, чем гирокоптер. Фрём полетел по островкам. Что, Эншентов еще будет бить? Вторые некрасивого бестмастера. Ну, поздновато немножечко, если честно. Ну, то есть, если мы на 11 говорили о том, что первые уже у него на подходе, то вот сейчас бестмастер 4700 нетворса проседает довольно сильно. И вот третий было бы неплохо Фобусу получить. Но хоть не умирал он после этого, действительно, мест для пофармить так и не нашел. И вот третий некра драк тоже не было, с третьими некрами проблемы. И очередной дабл стак забирает Паша. Блин, вот все-таки
После матча и надо себе постоянно себе во время эфира говорю, блин, надо после матча зайти и посмотреть, сколько он нафармил на крипах, сколько он нафармил не на крипах, там надо табафивать их, в этом подробном анализе можно это посмотреть. Вот действительно интересно, сколько вот в таких матчах, вот, да не только Polarity, очень много команд, которые действительно выносят Сенчо там прям какие-то невероятные деньги, вот, вот было бы интересно глянуть. Там, на самом деле можно и так посмотреть, что это примерно будет 4 или 5 тысяч на данный момент, то есть это практически вся разница с гирокоптером. Он ее вынес с эншентов и со стаков. 4-5 тысяч, я думаю, на данный момент уже есть. Понятное дело, что будет еще расти. Это много. Это очень много. Это половина его золота практически. Да, ну и Свен добирает себе Блэкинг Бар. Вот она, 20-я минута. Даггер, Доминатор, Армлет и Блэкинг Бар. Это очень много. Это просто... Посмотреть ГПМ. Да, у него ГПМ свыше 600. 626 на данную минуту, на 20-ю. Алхимики не всегда такой ГПМ выдают, как сейчас выдает Свен. Что ж, 20 минут действительно за нами. По деньгам очень-очень уже хорошо оторвались Polarity. Опять-таки, это не значит, что вот шансов уже никакие. Вот Некро 3 только я начал говорить. Фобос тут же за 2 минуты 3 Некро нафармил. Кто его не трогал минутку, и они ему летят. Это не значит, что как бы у Брудмазера шансов нету. Но вот с каждой минутой, пока они бегают далеко, где-то их все меньше и меньше. Ну как бы, блин, я не понимаю, почему он взял блин. У тебя же есть Эрспирит. У него же есть Магнитайз. Ты же Зевс. У вас же есть ульт Фуриона, у вас же есть гирокоптер, в конце концов, с иммультом. Почему не взять Вейла в Дискорд? Да, хотя бы уже виспа моментально лопнуть. Это а там не только висп, там все будут проседать. Ну просто Даггер пока сейчас ему вообще никак не помогает. Он вот ходит, 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 даже будет файт. Я не уверен, что Даггер ему поможет. Просто если тебе будет какой-то релокейт на голову, да, можешь отпрыгнуть. А если начинается драка, и тебе надо в нее зайти, допустим, ты рядом. Запрыгивать нет смысла, отпрыгивать уже не факт, что получится. Ну что, на нижней линии в пятером греки пытаются как-то организовать драку против Паши и Жени. На топе 3 оставшихся героя Polarity. Ну, походу, закончится все тем, что Т2 Тауэр на топе упадет, а снизу не произойдет ничего. Да, вот тыкнули вард. А Брудмазерс, ну не стали они нападать на Свена вместе с Виспом. Ну и на топе тоже тишина, спокойствие. Афоня фармит, у Афони Сенжин Яша. БКБ через 1000 голды у Лила. Фобос Некро 3. Тапок, и все, и тишина. А тут у Фуриона Мидас. Ой, все-таки Мидас, ну... Не знаю, на что он рассчитывает, как он рассчитывает затянуть против Свена. То, что он фармит сейчас, это здорово, да, хорошо. У тебя 12 уровень, у тебя даже какие-то айтемы сейчас начнут появляться, но какие? Свен все равно на две тычки укатывает Север Спирит, делает паут, сбить его нечем. Третий некроч есть, 11 левел есть. Нужно выформить даггер теперь. Манта стайл. Меч доктора нашли. Да. Ну, я даже слово так не успел сказать, что сейчас будет, а там все. Это при том, что без ГДСа. Да, это действительно без ГДСа, там полтора удара. А вы понимаете, что под ГДСом сейчас ни Вич Доктор, ни Эр Спирит, ни Фурион, ни Зевс вообще. Это просто еда для Свена. Да, и контроля по нему никакого нет. Да, БКБшек там нету никаких. То кроме есть как... спрутов, конечно же. Ну да. Спруты это... Ну есть так. Висп, есть висп, который может их как-то поломать, хотя висп обычно вместе с тобой уже прикреплен. На топе фокус, и это минус. И опять даже не прожимает ГДС. Даже не прожимает ГДС. Зачем, мол? Ну, в принципе... Так... Ну да, с некрами, так больно. Счет становится только 10-10, то есть они вот только-только начали, вот только-только сравнялись по фрагам, но, как вы понимаете, да, преимущество настолько уже подавляющее, что я вот прям даже не понимаю, с какой стороны грекам сейчас заходить и чем делать. Да не знаю, массфайт они выиграть не могут. О, курьера убивать. Уже что. Неплохо. Фурион справился. Ну, вот сейчас убить за это можно Фуриона. Да, вот прилетает Фобос, ну и тут уже никуда не отпустят этого Фуриона, кабан его еще будет словить. И... Ну, курьера на себя разменял, да ладно, в принципе, хоть что-то сделал, выиграл время, в конце концов, да? Ну, как выиграл время? Паша в это время на ботами забрал просто Т2 через ГДС. Короче, я пытаюсь найти тут... Ты отмазать пытаешься действия Брудмазерс? У тебя не получается, потому что Даггер и Мидас в ситуации против Свена, они не отмазываются. 3200 на руках у Свена. Очередные эншенты. Рошан, кстати, если что, стоит.
Возможно, стоит его зайти и забрать. Баунти руна для Жени. БКБ готовы у Энигмы. Чем теперь избивать? А нечем. Да, печально все. Очень печально. Я думал, что интереснее смогут что-то показать Broodmothers. Хотя бы что-то похожее на их старт игры. Какие-то выпады, агрессия, прилеты Фуриона и так далее. Этого ничего не увидели. Идут пытаться задефть Рошана. Не успевают. Сейчас булыжник покатится. Все, им можно отступать. Ну, куда вы идете? Свен Варкрай. Укатывается Эрспирит. Просто выгоняют. Ну что, по миду, на хайграунд или все-таки будут пытаться еще? Ну, БКБ просто появилась у Лила, и как бы какого-то глобального смысла ждать. Ну, может быть, блинк Фобосу разве что купить, хотя он его пешком сейчас пойдет купит, и все. Да, я думаю, будет хайграунд сейчас, но смысл тянуть. Некрачи есть, ГДС третьего уровня есть, блокинг бар 10-секундный есть. Тут незачем ждать, то есть враг сейчас противопоставить мало что может. Почти готов вейл у Зевса. Булыжник. Он не хочет показать ГДС. Ну а он не спешит. Вот сейчас Миканс. Можно еще поставить Вайперу побить, например. Можно дождаться следующей пачки крипов и потом только завязать ГДС. Как бы глифа по-прежнему нету. До глифа еще целая минута. Там топ тем временем Фобос подпушил. Фобос прыгает на Ила. Некро третий. И это минус Вич Доктор за один удар, действительно. И на топ зашли. Да. Слушай, заходили по миду, а зашли на топ. Вот это весело. Очень нагло ворвался там Фобос. Закатил сейчас Реалакс. Но... Ну вот как-то, ну был бы хотя бы у Зевса. Вкатывается чувак, Зевс купил таки вейл. Ну вот смотри, как больно, а почему не раньше? И Афони сейчас просто может умереть. Нет, ну, умирает. Афони, Афони Аегис, на самом деле, он может умереть, но он не я стал забыл. Умирать. Я там забыл, сейчас еще две жизни. Катапульта достреляет, да, запрыгнул тут экипаж. Решил проверить еще БКБ, чтобы его не подцепили. Минус сторона, 26-я минута. Очень уверенно и просто для Полярити на данный момент все происходит. Кирасу покупает себе еще Свен. Да, остается ему только... Плейтмейл купить. И он сейчас будет. Также будет по второй стороне. Через 30 секунд. Возможно, через 60, чтобы БКБ откатилась. Ну, однокалиточная у нас первая карта получилась. Ни секунды не было преимущества у Broodmothers. Как начали проигрывать сначала, так и... В итоге все так же. Хоть какие-нибудь качели бы показали, огрызнулись там, что-то... Печалька. Ну, посмотрим. Может быть, во второй карте смогут еще что-то показать. В это я не верю, что они... Потом ГДС. Приходится нажимать Fortification. Вайпер разминает Эрспирита. Булыжник. Попал только по Угру-чародею. Ну, и тут тем временем мид. Ну... Ну давайте, ну хоть что-то, ну пацаны. Я хочу, чтобы поубивали их, серьезно. Вот Дезвард, хорошо, Паша, ему пофиг просто. Он спиной развернулся, как Борис Толбаки танкует. Вот Реалакс тоже погибает, да, Афони побежал уже под Т4. Я очень хочу видеть Блэк Холл хоть раз в этой игре, но... Не, завязывай. Никаких Блэк Холлов. ГГ. Да. Ну дай Блэк Холл, Лил. Побежал на базу, смотри, Лил летит на базу. Успеет ли что-то сделать Лил? Лил, все продал. Лил, Кларити, одно, второе. И Блэк Холл кастовал. Ну, хотя бы один, и то неплохо за игру. Фонтане, неважно, Black Hole был. В статистику запишется, что он был. А, ладно, 28 минут. Очень уверенная победа от Polarity. Но это только первая карта, стоит напомнить, что это Best of 3, поэтому все шансы у Broodmothers еще погрызаться есть. Конечно, нам хочется, чтобы наш СНГ-коллектив прошел дальше, но... Хочется посмотреть и интересные доты, хотя бы на второй карте, чтобы они пободались. Мы, наверное, будем уходить на небольшую рекламно-музыкальную паузу, после которой я болею за греков. Хорошо, болею, я вижу. Что происходит? Я обижен, я ждал, что будет мега рубилова. Не, ну если честно, действительно плохо сыграли БМ, то есть какие-то моменты вначале были, ну а дальше совершенно как-то вот без, не знаю, без идейно. Ну, посмотрим, ждем вторую игру.